Привет, это мой видеоблог. Сегодня у нас первый день в Красной Поляне. Мы в горке городе. Мы осматриваем наши апартаменты. Денис, привет. Как тебе первый день? Стой. Что ты сейчас делаешь? Изучаю плиту. Таймер. Настя. А, ну ладно, изучай. Так, это у нас в кальянной комната. Здесь у нас прихожая. Значит, что, как добрались? Отлично. Как апартаменты? Как долетели? Так, туалет давай пойдем. Так, это значит, мы здесь гадить будем. Здесь принимать ванну. Финики есть. Вот, здесь игровая, игротека такая. Здесь первый номер с персональным, так сказать. Уборной. С персональной уборной. Все практически все чисто, здесь на полу чуть-чуть, ну ладно. Компенсируем тем, что все новое. Кровать здоровенная, нормально. Так, здесь выход на... О, там свет включился. Здесь выход на балкошку, крошку-балкошку. Вот дворы, дворик. Вот тут второй номер. О, прикольно. Кто спал? Никто. Точно? Что вы там ищете? Ну что, вам нравится? Да. Что еще расскажешь? Что завтра делать будет? Во сколько спать ложитесь? Завтра встаем в 8 утра и на гору. Понятно. Надо не удачи. Это второй номерок. А тебе 1000 рублей и ты в парк. Я в парк пойду и в хамам. Вот, а это мой спорт. Ой, черт. Ну что, всем нравится? Пароль Wi-Fi раздаюсь. Дэн, записывай. Который горки город ТВ. Тут очень просто. Кто из вас первый понимает, горки город ТВ? Ну что, Настя, нравится? Это... Тоже круто. 4, 3, 2, 1.